Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версии 3.0.2. И вот как раз в предыдущем эпизоде мы словили 4 новых покемона. Сейчас Гасли, Легиба, Шинкс и вот этот Сайджи Лайф, Лиф, фиг его знает, как это читается. Ну, в принципе, сейчас, ребята, мы будем их качать, прокачивать. Ой, нет, что там? Файтинг. Еще. О, отлично. Он у нас эволюционирует. 18 уровень. Но я думаю, он эволюционирует еще на 36 или не знаю, посмотрим. Ледиан. Да, вот этот покемон. Шайни! Шайни, 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 шайни. Кто там? А, он в земле, 100%. И это у нас будет... Не знаю кто. Ну, как не знаю, уже знаю. Это у нас будет Geodude или Гравейлер. Попытаемся его хотя бы найти. Главное, в лаву не упасть. Высота. Фиг. Ну, не знаю. Ну где ты? Ну и где ты? Нифига себе, Шайни Диглет. Диглет. Нужно воспользоваться, может, экстренным магазином? Или все же мне придется ловить его с помощью мастербола? Шайни Диглета. Не заставляй меня ловить с помощью мастербола. Шайни Диглет — это, конечно, Диглет, но суть в том, что Шайни. И вот такого покемона у нас нет. Если мы уже словили там Шайни Geodude, да, то Шайни Диглета мы точно должны словить. Может, он и слабее, или не знаю, но суть в том, что он Шайни, и пускай будет. Ребят, убежать нельзя, поэтому... У меня только два выбора. Или убить шайни покемона, что очень не круто. Или же потратить на него мастербол. Давайте рассудим. Мью у нас есть, Мьюту у нас есть. Райкваза у нас есть. Для кого мы еще сможем использовать мастербол? Только для Молтреса, для Артикуно, для вот этого всего. Но я не знаю, спавнятся ли они вот так. Или вот сейчас они только алтарями спавнятся. Ну, с помощью алтаря, да? Орби и алтарь. И не суть, что они вообще заспавнятся, да? Если мы их даже будем искать. А мастербол плюс к тому, что... Мал... Нет, не плюс. А мало того, что как бы можно выбить из покемона босса, ну, если он, конечно, выбьется. И так, что мы его еще сможем купить с помощью алмазов, да? Так как у нас уже есть магазин. У нас уже есть магазин, да, и мы сможем купить мастербол с помощью алмазов. Алмазы можно добыть, ну, как бы найти. Плюс к тому у нас еще есть вот эта кирка на фортуну. Поэтому, ребята, словили мы Шайни Диглета, еще один Шайни покемон. Я думал, там Geodude заспавнится или Гравейлер, да, но я уже как бы подумал, что в новой версии не только вот они есть в шахтах. Там еще диглиты появились, еще какие-то там покемоны появились. Поэтому шайни покемон мог бы быть и кто-то и другой, да? Поэтому, ребята, давайте возьмем 5 алмазов и сразу пойдем себе купим. Еще один мастербол. Так как вдруг там еще один шайни, да, заспавнится, а у нас не будет покеболов. Поэтому... ну,
Да, поэтому я думаю, купим себе мастербол. Купим. Вот он, мастербол. Отлично, ребят. Шайни Диглет. Так, ну что ж, сейчас я пойду посмотрю, какой он вообще. Шайни Диглет. Ну, как бы такой же, да, только нос другого цвета. Ладно, потом еще другую его эволюцию посмотрим. Вот так вот. Так, идем и качать пока что вот этих покемонов, которые мы словили. Давайте идем поспим. Ночью, конечно, спавнятся вроде другие покемоны, но пока что поспим, да. Так, сейчас, ребята, пойдем и прокачивать наших покемонов. Я там вижу какого-то покемона босса. Если он, конечно, где-то что-то так. Да хорошо уже гакать там. Ладно, короче, тпхнемся мы, да и все. Вот он. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да иди ты сюда. Вот, отлично. Отлично. Так, пойдем мы в пустыню. Ледиан у нас уже 23 уровень. Ух ты, 43 уровень, отлично. На этих можно, в принципе, и отлично прокачаться. Так. Тут еще один. Нужно, я думаю, XP-шер купить, чтобы прокачивать всех покемонов сразу. Или не знаю, посмотрим. Так, сейчас, ребята, куда бы нам пойти? Магмар у нас тут стоит. Если большой уровень, то 28-й. Дайте Шинкс. Вот, отлично. О, уже сразу Шинкс эволюционирует. 15-й уровень. Так, кто ты у нас? Люксио. Ну да. Я не знаю, есть ли у него еще какие-то эволюции. Ребята, если есть, напишите. Так, Люксио, кто ты у нас там? Электрик. Ну да, электрический покемон. У нас Thunderstone есть при себе. Давайте поэкспериментируем. Нет. Значит, он или уровнем прокачивается, или трейд-машиной. Так, пойдем мы куда-то вот сюда. Или вот сейчас. Нужно найти Маткипа, но... Так, кто там у нас? Таурус, нет. Ты небольшой уровень. Так, чуть не упал. Ну, хотя более-менее тут высота такая. Где у нас там? Вот там у нас болото. Пойдем мы туда сбегаем. Там у нас тренер покемонов, поэтому еще можно вот к нему. Это что там за покемон? Можно еще к нему пробежаться, если он, конечно, какой-то там большой уровень. Так, Леди, он у нас уже 25 уровень. Так, Люксио. 24 уровень, пускай будет. Байт. Так, качаем. Сайтер, вот, сайтера еще можно словить.
Еще Сайтер. Так, отлично. Прокачали мы их потихоньку. Немножко хотя бы. Сейчас давайте куда-то вот сюда. Солосис, это еще что такое? Летающая какая-то. Ладно. Так. Вот, ух ты, большой уровень. Отлично. Так, нормально так уровней. Вот ты еще там должно быть более-менее такой большой уровень, я так думаю. Ну, нормально. Так. Вот этот у нас уже 36 уровень. Так, 36 уровень, но я не знаю, как он эволюционирует, ребята. Напишите, пожалуйста. А сейчас... Ох, ты испарился так отлично на глазах прям. Чарбах! Так. Еще какие-нибудь большие уровни? Люксио, 20 уровень. Так. Ух, давай иди сюда. 49-й. Отлично. Наш Мьюту. Ух ты. Нормально так уровней сразу. Так, вот эти. Ух, нормально. Тоже нормально. Большие уровни. Прокачаться можно. Так. У нас Люксио уже 23 уровень или какой он там? Да, 23. Тоже уже, можно сказать, большой. Так, Голдак. Какой-то у нас там уровень тоже более-менее большой, я так думаю. И ты у нас большой уровень. Ух ты, 46 уровень, отлично. Отлично. Да. Офигенно так уровней дала. Так, наш уже Ледиан уже такой большой уровень, 33-й. Я не знаю, эволюционирует ли он на каком-то уровне. На 36-м уровне. Я не знаю, будут ли у него эволюции. Если будут, то сейчас посмотрим. 42-й уровень, отлично. Люкси уже 27 уровень. Тоже огромный уже. Так, Ледиан 34 уровень. Давайте вот так сейчас. Мьюту. Отлично. 35 уровень. Так, ты какой-то. О, тоже огромный. Посмотрим, прокачивается ли он на 36-м. Или на каком. Нет, на 36-м он не прокачивается, поэтому я вообще не знаю, есть ли у него эволюции. Ну, не знаю. И напишите, есть ли у него какие-то эволюции. Потому что сейчас много каких-то вот таких покемонов пошло, у которых просто эволюции идут через трейд-машину. Это немножко парит, что все через трейд-машину. Так, он у нас под землей. Давайте. Попытаемся прорыться. Люксио, 27 уровень.
Вот он. Вот он тут. Давай, иди сюда, иди сюда. Вот, отлично. 93 уровень. Нифига себе. Вот он стукнул. Ни хрена себе. Если он так нашего Мьюту убил. Вот, отлично. Через арт выручил. Confuse Ray. Так, еще и мастер, еще какой-то покебол выбили. Так, тут у нас, что-то есть. Тут у нас есть гравий, поэтому секундочку, можно посмотреть. Че тут и как, да? Так как, в принципе, это и высота такая, 30, ну, как раз. Ладно, пойдем, и вот там у нас покемон босс. Главное, чтобы не пропал, пока мы вот тут будем искать что-то. Ух, вот опасно, лава тут все-таки. Если вот так копаться, да, за покемоном-боссом и вот в такое упасть. Покемон-босс вот тут уже пропал, как я понял. Да. Гравия вообще нереальная тут куча, как всегда, в принципе. Так, что-то есть или нет? Нет, нету фосила. А ну вот тут может что-то будет. Это какая высота? 13-я. Ух. Это уже, то есть тут и алмазы уже могут быть. Или еще что-то. Ну, алмазы, да. Ладно, ребята, ничего тут нету. Давайте выбираться отсюда. Так, где наш дом? Фиг его знает. Фиг его знает, где наш дом. Где-то вот тут, да. Вот тут он. Итак, ребята, давайте на этом сейчас мы закончим. Там еще один покемон босс, если он, конечно, опять не в земле. Ну, как всегда. Ох, ладно, давайте еще попытаемся. Попытаемся. Вот он, вот он. Ах, твою ж, наш уже Мьюту мертв. Я что-то как-то даже не посмотрел. Так, что тут? Все, идем мы куда-то домой. Все, ребята, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.